Всем доброго дня, доброго здравия. Сегодня постный день. Буду делать солянку. Сейчас буду капусточку тушить. Обжариваю морковь, лучок, помидорчик добавила. Капусту. Добавлю соль. Красный перчик. Черный. Добавлю немного ароматного масла. И закрою крышечкой, пусть тушится наша капуста. На маленьком огонечке пусть тушится. Капусточка тушится у нас 20 минут уже. Сейчас добавлю томатную пасту и лавровый листик. Все перемешаю. И пусть дальше тушится. На маленьком огонечке пусть тушится. Такая соляночка у нас. Простая в этот раз, без всяких добавок. Все, соленочка наша готова. Обед у нас рыбный супчик сегодня. Солянка с рыбной котлеткой. Постный день сегодня. Всем приятного аппетита!